Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Сегодня у нас День защиты детей, праздник в Турции, 23 апреля. Сегодня мы с вами пойдем в начальную школу, где малышня, и будем смотреть концерт. Это у нас родители здесь и сидят. Детки уже наготове, вот это малышня, это уже постарше. Начальная школа, здесь малышки все 4 класса. Сейчас турецкий гимн, все стоят смирненько.